вопрос усталости, вернее, вопрос решения этой проблемы, когда человек доводит себя до истощения и даже до болезни. Это вопрос ни одного дня и даже ни одной недели. Часто это вопрос лет, потому что это путь, путь осознавания, даже возникновения своей собственной чувствительности человека к самому себе. Развитие, знаете, этой чувствительности не постфактум, когда уже человек лежит с бронхитом, там, да, или с, там, не знаю, там, поясницу зажало, и он думает, о, наверное, я устал. А это вопрос, в какой момент я замечаю, что я устаю? Какие первые признаки усталости в моей жизни?